роль инновационных технологий в возрождении языков коренных народов. И я хотел бы первое слово предоставить Сале Энн Свердцов. Алексей, у него была презентация. The Unalaq language was the only language spoken
until Russian contact in the mid to late 1700s. Так, она нам подготовила русский язык, был единственным языком, который наши предки использовали до контакта с русскими, который произошел в середине или поздних годах 18 века. After that time, many Nunavut people learned Russian in addition to speaking their own language. После этого многие представители Алиутов выучили русский язык и использовали вместе со своим родным языком. In the 1800s, an incredibly gifted priest, Father Ivan Vendemino, working together with local leaders, created an orthography for the Unamah Aleut language so that it could be, so it could begin to use to publish written translations of the gospel. В 19 веке очень талантливый священник, отец Иоанн Вениаминов, работая вместе с представителями местных сообществ, с нашими лидерами, создал письменность для алиутского языка, для того, чтобы он мог быть использован для публикации письменных источников, связанных с религией, то есть со самым разнообразным молитвом, а также для книг и образовательных материалов. As well as to use it as educational material in books. Да, то есть книги и самые разнообразные материалы для образования местного населения. The Unamah-Tinyurin alphabet of that time was used as a modified Cyrillic orthography. Таким образом, алфавит Унамах-Ту, то есть алиутского языка, в те времена использовал модифицированную версию кириллицы. In the 1970s, linguists worked to create a version of orthography in the Roman or Latin orthography, which more closely resembles the English alphabet. Да, то есть в 1970-х годах уже лингвисты вместе с нами работали на и разработали, соответственно, письменность на основе латиницы, и которая в большей степени напоминает то, что используется в английском языке. This is the orthography used today, both on the Alaska side as well as by certain elders on the Commander Islands in Russia. Таким образом, эта вот письменность, которая базируется на латинице, сейчас используется и на Аляске, и даже некоторыми старейшинами на Командорских островах России. Tragically, like most indigenous languages around the world, ours too is in imminent danger of being lost as children no longer learn Unamah-Tinyurin at home, and elder speakers are older and fewer each year. К сожалению, так же, как и многие другие из дикоренных народов мира, наш язык находится в непосредственной опасности утраты, потому что дети его более не используют так для общения дома, а наши старейшины, да, их все меньше и меньше становится. Каждый год. The reason for language loss are numerous and are linked to the American era and Western colonization practices of forced assimilation, as well as punishment and cruel tortures of children for speaking our language in schools. По причине утраты языка самые разнообразные, но прежде всего они связаны с американской эрой, да, и западной колонизацией, то, что происходило, в особенности насильственная ассимиляция, а также наказание и самые разнообразные наказания, которые наши дети испытывали за использование своего родного языка в школах. I and my siblings and our peers were those children, but we continue to speak our language at home, away from the tortures of the Western colonizers. Colonizers. То есть я и мои братья и сестры, а также наши друзья, когда мы были детьми, мы все продолжали использовать наш родной язык
школе перегел это наказание наших западных колонизаторов. Today of the Africa Western dialect, which is spoken in Africa as well as by several elders on Barrett Island in Russia, there are a fewer than 75 fluent first language speakers. Сегодня в деревне Аска, то есть это западный диалект русского языка, который используется там, только некоторыми старейшинами и также на острове Зелинга, сейчас у нас менее 75 тех, кто свободно его изъясняется, и для кого это язык является родным. Of the Eastern Islands, there are even fewer than of the Apka dialect, altogether totaling fewer than 100 speakers worldwide. Что касается западного диалекта, то тут еще даже меньше получается, чем в Атке. И вместе во всем мире примерно 100 тех, кто может говорить на вот этом вот западном диалекте русского языка. This is the sad situation we face today, and is what drives the urgency behind the revitalization efforts underway as we speak. Это очень печальная ситуация, которую мы вынуждены бороться сегодня, именно это является причиной того, что мы очень заинтересованы в ревитализации нашего языка и применении всех разнообразных вещей, которые помогут нам его вернуть. There is a region-wide ongoing effort led by language activists, elders, and youth learners, which is supported by multiple tribes and regional organizations. Сейчас у нас инициатива регионального значения, в которой участвуют активисты ревитализации языка, наши старейшины, а также наша молодежь, которые изучают этот язык, и это имеет поддержку самых разнообразных племен и региональных организаций. To actively learn and teach non to new. While it is still possible. Которые работают вместе для того, чтобы преподавать и учить русский язык, пока это все еще возможно сделать. The elders and youth are working hard and fast towards revitalizing the Unamachunu using a newly developed method known as Where Are Your Keys? Наши старейшины, наша молодежь работают сейчас очень интенсивно и быстро для того, чтобы ревитализировать Унамгам-Туну, используя недавно разработанный метод, известный как Where Your Keys, Where Are Your Keys, где ваши ключи, это как бы честное название проекта. It has shown much promise as it is a unique approach that uses a creative immersion environment that supports a rapid fluency attainment for our young and older language learners. Вот это достаточно многообещающая методика, которая представляет собой уникальный подход, который использует погружение, метод погружения. И это способствует тому, что очень быстро приобретается способность хорошо использовать язык как у молодых, так и у более старых учеников этого языка. This is one program that has a huge impact on both the youth and adults wanting to learn and teach the Unamachunu. Такая программа, которая как раз имеет очень большое влияние на тех, кто в ней участвует, и молодежь, и взрослых, которые хотят изучить свой родной язык Унамгам-Туну. The communities in the Aleutian Islands are all working together to help preserve whatever language and culture they can through holding culture camps and language immersion classes. Наша община Аляских островов работает вместе для того, чтобы сохранить, что еще возможно в нашем языке и культуре, через самые разнообразные методы, такие как культурные лагеря, как классы погружения, лингвистического погружения, особенно летом.
especially during the summer months. This is when there are more students that can attend a language program. То есть летом, как раз, наибольшее количество студентов может присоединиться к этим программам языка. This is when there are more students that can attend a language program. The culture camps teach not only the language, but also the preserving of culture through hunting, fishing, and harvesting plants and seedlings. Вот это культурные лагеря, да, culture camps, они позволяют не только изучать язык, но также, также сохранять культуру через участие в охоте, рыболовстве, а также в сборе самых разнообразных растений и вот это, да, мой продукт. The Unaman canoe is also used in teaching songs and dance. Наш язык на Гамтун также используется для преподавания песен и пляса. Besides these, there are several language workshops. Excuse me. Besides these, there are several language workshops in the winter and spring, and classroom language teaching in the school throughout the year in Anka and on St. Paul Island, Alaska. Кроме того, у нас также есть семинары по языку, которые имеют место зимой и весной. God willing, by doing these culture camps and the language programs, we'll be able to keep our Unaman way of life alive for many generations to come. Бог даст, что через вот эти культурные лагеря и нашу программу по возрождению языка мы сможем сохранить наш язык и наш образ жизни для грядущих поколений. Thank you for allowing me to share about our Unaman canoe and culture. Большое спасибо за возможность поделиться с вами тем, что я знаю о нашем языке и о нашей культуре. And at this time, I would like to share a few pictures that I... Я бы хотел показать некоторые фотографии сейчас. Here, there's a picture of the Unaman canoe elders and learners of all ages. Фотография изучающих язык, молодежь и старейшин все вместе здесь. Here are a few elder speakers and drummers. Здесь у нас некоторые старейшины, которые совладывают. Hunting kids. Здесь, соответственно, мемы, да, те, кто преподают язык, и те, кто его изучают, и у них вот в руках для охоты какие-то приспособления. The hunting kits are items used as examples to teach the language. То есть вот эти вот приспособления, да, для охоты, они используются как дидактический материал для обучения языку. Our Unaman canoe, along with our culture and Orthodox Christian religion, are a very important part of our lives. Алюский язык на beautiful island of Atka, Alaska, where I'm from. Прекрасный остров Атка, Аляска, откуда я произошла родом. Here's a picture of the Where Are Your Keys example, some examples of Where Are Your Keys program that we use. Это фотография как раз применения этой программы, как я сказал, Where Are Your Keys, это вот программа обучения языку, которую мы используем. The first picture shows... Да, то есть первая фотография. The map of Alaska, color-coded where different natives are from and their languages. Да, то есть на первой фотографии видите карту Аляски, где все эти обозначены самые разнообразные племена. The second picture of the Musqueam is to show large, medium, small. Вторая фотография — это
который показывает, да, большой, средний, маленький, совсем маленький. This would be done all in without any English translation. То есть все это обучение только на иллюзорном языке, вообще без перевода на английский. The reason for this is we want the learners to think in Причина этого, что мы не переводим на английский, мы хотим, чтобы наши учащиеся думали на алиутском языке, а не на английском, переводили с него. The third picture to the lower left. А третья фотография внизу слева. Is a group of students learning to play a game in the mountain. Это группа студентов, которые обучаются игре на родном языке. The last picture on the right. Is one of the students giving instructions in how to play the game in Namtum. И на последнем там внизу справа, да, это один из студентов рассказывает остальным, как играть вот в эту игру на своем родном языке, на английском языке. Here is another picture of the items that we use to teach, again all in Namtum. Здесь вы видите, да, фотографию вот, различных дидактических материалов, то, что мы используем для того, чтобы изучать на Нангангу. If you notice people using their hands, this program is taught not with just language, but also with sign language. И вы видите, что люди вот руками там тоже что-то делают. Эта программа не только создана, чтобы учить язык вербальный, но и также невербальный. This is the Aleut International Association's logo. I'm the vice president of this organization. Это логотип нашей организации, Aleutского международного штаба, я вице-президент. The Aleut International Association has two main purposes. Наша ассоциация имеет две основные задачи. Establish close ties between Russian and Alaskan Aleut communities. Формировать тесные связи между Алеутами России и Аляской. Engage in international activities through the Arctic Council that advocates for the interests of indigenous peoples and promote improvement of the Arctic environment. Да, участвовать в международных процессах и деятельности, прежде всего через Арктический совет, для того, чтобы продвигать интересы коренных народов и улучшение среды обитания. Aleut International Association, AIA, works with the governments, scientists and other organizations and the people of our region. Наша ассоциация работает с правительствами, учеными, а также другими организациями и теми, кто проживает в нашем регионе. With the Aleut International Association board consists of four members from Bering Island and four members from the Alaska Aleutian region. То есть у нас в нашем президиуме 4 представителя со стороны России, да, по прошу, по вам. Четыре члена России, четыре со стороны Алиса. With that, this slide shows our farewell song in the Unknown Tune, which I would like to sing for you as a parting. Этот слайд показывает нашу прощальную песню на нашем родном языке алиутском. Я хочу для вас ее сейчас исполнить. This song is used when traveling away from home or come and visit me in Bernadine, we sing for them. То есть эта песня используется, когда мы куда-то едем или где-то путешествуем, и кто-то уезжает, и мы провожаем. Please excuse my singing. Прошу меня извинить за мое исполнение. I'll sing this as a farewell for you. Я сейчас спою вам как прощальный год для вас. To you, Savanam, Kidam, Savanam, Ukulim, Sahakam, Ashakah, Vida, Honda, Ashakah, Vida, Honda, Ashakah, Vida, Honda,
ситуации, как у вас? So very similar situation, just like you described. Меня зовут Андрея Тамара Корн, я работаю в этом институте. По национальности я армянка. А родилась в Амурской области, то есть 50 лет жила в Амурской области, в республику Саха-Якутия переехали. С тех пор здесь и живу уже много лет, даже до этого происходит, да? So I moved here on those maps to this area. Мы ведем такую же работу, как и вы. We're doing similar things as you described. Из 21 тысячи лет у нас на родном языке говорят всего 1500 человек. Примерные цифры. Among 21,000 events, we have about 1,800 who speaks the native language. А и вопрос у меня такой. My question is. Сколько детей и сколько человек вы обучили родному языку? Есть такие люди, которые научились говорить на родном языке? So how many people did you teach and who graduated kind of this program and did they actually learn how to speak your native language? We teach in the school also, but the number of learners that started the language since this program started is still in the program, so nobody has actually graduated yet. Так, да, программа, во-первых, мы выдаем язык как школа, но что касается этой конкретной программы, она еще продолжается, пока еще никто из них не выпустил, она только идет. But they are, yes, they are speaking the language new with this particular program. Но они действительно уже говорят на нашем языке, они очень быстро его учат благодаря этой программе. Еще один вопрос. Надо больше. У вас учебные пособия, учебники для такой работы имеются? И как создают эти учебники? Какой коллектив работает над ними? So do you have textbooks or some other didactical materials for this, and then yes, who develops them? We have textbooks, we have written language, but with this particular program, the RAP's program we're using, there's no text being used. No, but you can't get the program, because you can't be specific. There are books that people had worked on developing, so we have all these books that once they learn the language, then they can learn to read and write it. То есть у нас есть вообще другая литература, то есть когда наши ученики научатся достаточно говорить на людском языке, они уже могут читать целостные произведения, а нас это следующий этап. This particular program is like you beginning as a child, learning to speak as you're growing up, and once you get to the point where you're able to read and write, then that's it. То есть эта программа, которую я описываю, она как бы начинает отвечать звук, как будто вы ребенок, и вот постепенно как бы вот так вот растете, и потом в какой-то момент уже начинаете читать. Еще один вопрос можно задать? Она его вам вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть поэты, писатели, которые пишут на другом языке? Are there poets or writers who write in a different language? Are they with them? Used to be. That's good, right? But anymore, I haven't. Сейчас я не знаю, это несколько не осталось. И еще один вопрос. Ну, последний вопрос, я думаю, ответили. Последний вопрос. Ой, пока я болтала, забыла. Хорошо, дальше продадим слово. Потом я вспомню. I'll remember. Ольга, давайте задайте быстрее вопросы. Да. Как хотите, или вам есть, чтобы уже... Перевод вашего алфавита произошел в 1970 году с
You said in the 1970s the alphabet changed from Cyrillic to Latin. We also had the same situation. So in the 1930, the Evenki alphabet and other alphabets were switched from Latin to Cyrillic. It's a question. So why this transition happened? There were more people speaking English in and a lot of them didn't learn Cyrillic. The reading and writing of Cyrillic was sort of lost. Those youth and adults in the region, in urban areas,
это народ отдельный. А сколько времени вообще, сколько народ отдельный? And how many tribes? Ten tribes. So how many people? The total population of the Unalaq people is over 3,000. Вот, чуть более 3000 человек. Хорошо. И мне бы все-таки, я хотел бы уточниться. Изучение языка в муниципальных образовательных есть или нет? Потому что, или это только лишь общественная деятельность? So my question is to make sure, is language being taught in municipal schools and municipal system, or it's more like other organizations like yours that are promoting this learning? Both actually. We teach in Anka at the school. And then I think in St. Paul also. And then also in organizations like the Ocean Kabbalah Finance Association. Using this method. Но я почему-то вопрос задал, получается, хотя вот есть система образования, но я так понимаю, что результаты именно изучения, обучения этому языку не очень хорошие. Поэтому вот вы не используете новую методологию. То есть те годы, когда вы с тех пор, как разрешили на русский язык изучать в школах, с момента, когда выпускали студенты из школы, они уезжали с острова в основном. И то, что они изучали, все утрачивало со временем. Нет, это он вроде бы иначе. Это другой. Еще есть вопрос. Thank you so much. And one last comment.
when we worked with the language community, the Afognak community, Afognak Island, they found out that they were kind of like resistors, hangers-on, who continued to use that Cyrillic writing system. Ah, certo, per quella cosa, and mostly they were instructors in the Orthodox Church. They were leaders and the lectionary. And they were on little tiny islands or little small fishing hamlets, tiny fishing towns. And the US government was trying to wipe out, you know, all of those Russian connections and replace it. It was against policy to use this, you know, Cyrillic writing system. When I was there on Kodiak Island, they were finding the elders now who are in there, who were in their 70s and 80s, their parents were still writing in the Cyrillic writing system, and all of these letters and documents were in the attic of their parents' generation. Many decades after the U.S. government tried to stop this writing system of representation. Спасибо большое. Ну, вот такой комментарий больше, чем вопрос. Это был вопрос, Addressing that issue, I don't know if you have a comment about it or not, but no. If you have something like that in your area. Yeah, exactly. At one time they did use Cyrillic, but like I stated earlier, в нашем случае мы когда использовали, но, как я сказал, уже в 70-е годы мы решили не лазить. Хорошо. Спасибо большое. Ну, следующий доклад будет мой. Сам себе предоставляется название моего выступления, общественная инициатива по дигитализации языков коренных. Ну, вначале несколько слов о статусе коренных народов, коренных малочисленных народов Севера в Российской Федерации. Есть 4 критерия, по которым их относят. Первое, их численность должна быть меньше 50 тысяч человек. Второе, они должны проживать на своих традиционных территориях. В-третьих, они должны сохранить свой традиционный образ жизни. И четвертое, они должны иметь самостоятельное этническое самосознание. Вот 4 критерия, по которым выделяют коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Всего в Российской Федерации выделяют 40 коренных малочисленных народов Севера. Общая их численность составляет где-то около 240 тысяч человек. Они проживают в 34 регионах России, что составляет примерно 2/3 территории России. Ну, вот здесь вот с разными цветами обозначены как раз различные этнические группы. Вот. Ну, конкретно, если говорить о коренных малочисленных народах Севера и Якутии, у нас выделяют 5 народов, это эвенки, общая их численность 21 008 человек, эвенов 15 071, долган 1906, югагиров 1281, чукчи 670, это по данным переписи 2010 года. Вот. Помимо этого, якутии приравнены коренным малочисленным народам Севера этническая группа русских арктических старожилов, жители русского устья и Похоза. Теперь следующий вот слайд – это признание родным языком, своим родным языком, именно своих языков среди коренных малочисленных народов Севера.
Если увидеть вот такие цифры, что среди эвенков родным эвенкийский язык признают 12,5%, среди эвенов 25,9%, то есть почти 26%, среди долган 13,4%, среди евангиров 23,1% и среди чучи 32%. Это также по данным Бейпси 2010 года. Но это на самом деле не отражает степень владения языком. Это отражение, скорее всего, больше самосознания. То есть признание родного языка, как бы сказать, родным. Вот, к примеру, просто я приведу вот цифру, связанную с моим народом, с евангирами. Цифра 23,1% говорит о том, что более 320 человек признают евангирский язык родным. Но мы в то же время мы знаем прекрасно, что на сегодняшний момент осталось всего меньше 20 носителей родного языка, меньше 20 человек носителей. И где-то, наверное, в общей сложности около 200 человек в той или иной степени владеющих. Вот в число этих в той или иной степени владеющих я включаю в том числе и тех, которые хотя бы какой-то фразы знают, и которые проходили курс обучения в школе. Но это не означает, что они достаточно хорошо знают язык. Если говорить вообще об общей языковой ситуации, то более-менее позитивной ее можно назвать только в 7 поселках, 7 поселениях и 71 в нашей Якутии. Это вот если эвенский язык, это Березовка, Сиденкюль, и уже, можно сказать, с определенной натяжкой, это Тополина и Андрюшкина. Для эвенков это и Янгра, и тоже с определенной натяжкой Тяня. И для чукчи это Колымская. А для долган выделяют всего Тюлюнхая, но здесь есть несколько вопросов, потому что, скорее всего, мы можем сказать, что это, скорее всего, больше якутский язык, чем долганский язык. У юкагиров нет ни одного поселения, где мы бы могли сказать, языковую ситуацию благополучной. В Якутии языки коренных малочисленных народов севера имеют официальный статус во всех своих населенных пунктах, где они проживают. Это на 71 населенный пункт. Однако вот встает вопрос, а что означает официальный статус языка? Подразумевается, что официальный статус обозначает использование его в публичной сфере. Конечно, это органов управления, государственных учреждений, оно должно использоваться. Оно должна существовать некая языковая среда и некие языковые квалификационные требования. И в-третьих, язык должен использоваться, конечно, в медиа. И в-четвертых, оно должно использоваться в системе образования. Однако, к сожалению, реальность на сегодняшний момент показывает о том, что практически ни один из этих четырех пунктов у нас не исполняется. Первый и второй, он вообще у нас практически отсутствует как таковой. Если мы говорим о медиасфере, то на сегодняшний момент частично материалы на родных языках изредка выходят в газете «Илкен». Это у нас республиканская газета, одна республиканская газета. И иногда эпизодически они выходят в каких-нибудь районных газетах. Но это не системно. Есть также республиканская телерадиокомпания «Геван», которая выпускает всего две передачи в неделю по 25 минут. Это меньше одного часа в неделю. Это телерадиокомпания, которая аккумулирует и представляет все 5 коренных народов. И, к сожалению, понятно, что этого крайне недостаточно. Я просто приведу такую цифру. Если в 1990-х годах все три вещания якутского телевидения, то же самое НВК, САХА,
студия Гевал имела один час, но в то время, когда общее сетевое вещание якутского телевидения составляло 10 часов. То есть на тот момент этот один час, он приравнивался, мы можем так сказать, что это почти был 10% того эфирного времени. А теперь у нас по-прежнему, вот, уже по прошествии 20 лет, все в тот же один час на все языки коренных малочисленных народов Севера, но эфирное время якутского телевидения выросло почти в 4 раза. У нас есть два почти круглосуточных канала. То есть на сегодняшний момент мы можем сказать, что даже на нашем республиканском телевидении передачи на языках коренных малочисленных процентов на сегодняшний момент составляют менее 1% эфирного времени. Если же говорить о системе образования, то официальный статус ИСКО подразумевал, что во всех населенных пунктах язык должен обучаться, к этому языку должен обучаться. Однако сегодня ситуация очень такая сложная. Считается, что язык у нас изучается в 42 школах. Но вот если мы скажем, ситуация такая, только лишь в 12 школах язык преподается более-менее как предмет, где 3 и более часа. Только в 12 школах. Причем только в 2 школах, в начальной школе, родные языки используются как язык обучения. Это в Березовской и Седанкульской школе, в начальной школах еще ведется обучение на родном языке. В остальных 10 школах обучение, там президент еще больше ведется. А в остальных школах, к сожалению, еще в 10 школах родной язык ведется как предмет, но там всего лишь по 2 часа в неделю. А в 21 школе язык ведется только как факультатив или как кружок, всего по 1 часу в неделю. Вы понимаете, что 1 час в неделю на обучение родному языку – это практически ничего. Это только лишь декларация. Ну, а теперь я бы хотел перейти к некоторым нашим конкретным тем общественным инициативам, которые были в свое время у нас реализованы. Вначале остановлюсь на сфере образования. В 1991 году у нас в республике была принята концепция национальной школы. Это в 1991 году. И согласно нему были также созданы национальные школы, получили статус национальных. У нас 24 школы коренных малочисленных народов Севера. 24. В которых вот началось обучение и изучение родных языков. Тогда же, в 1991 году, у нас впервые появились первые кочевые школы. Домовик школ. Эти кочевые школы, это именно там, где дети учились, получали начальное образование, кочуя вместе со своими родителями оленеводами, без отрыва от производства. И в 1998 году, вот как раз эти кочевые школы наконец-то получили свое нормативное обеспечение, когда было принято положение о кочевых школах. А в 2003 году был принят уже и закон о кочевых школах в республике Сахалин-Якутия. То есть они получили законодательный статус. На сегодняшний момент, к сожалению, мы можем отметить, что вот после 90-х годов особого прогресса в развитии образования коренных малочисленных народов Севера мы не наблюдаем. Хотя за это время, конечно, создано достаточно много пособий. Языки введены в образовательный процесс, тем не менее, к сожалению, в абсолютное большинство детей, которые изучают язык, мы не можем сказать, что они владеют языком. Второе направление общественных инициатив – это, конечно, культурная сфера.
первую очередь, конечно, возрождение национальных праздников, которое началось в нашей республике с 1986 года. Тогда в 1986 году был проведен первый Эллинный Оксидент Юрий. С 1990 года начался у нас проводиться Бахалден в Кисне. В 1992 году Шахальчика Югатерская. В равной степени успеха, тем не менее, вот если вы посмотрите на сегодняшний момент, эти национальные праздники проводятся повсеместно, почти в большинстве мест проживания коренных малочисленных народов Севера, стали повседневной практикой и, наверное, одной из тех основ сохранения культурной идентичности народа. Второй формой сохранения культуры мы считаем именно деятельность фольклорных коллективов. Они действовали, конечно, и в советское время, они практически никогда не прерывались, так как именно культурные презентации в виде фольклорных коллективов и так далее, это были характерные особенности советского периода. Но именно только с 1990-х годов эти фольклорные коллективы стали возрождать именно комплексно обряды, комплексно проводить различные действия, на базе которых постепенно потом были созданы это культурные центры. Ну, а третье направление – это, конечно, общественные инициативы по изучению родного языка. Одной из таких форм у нас стало проведение воскресных школ. Эта инициатива у нас началась в городе Якутске, потому что именно здесь находилась самая крупная диаспора коренных малочисленных народов Севера, и именно здесь в то же время находились самые квалифицированные научные кадры. И первая воскресная школа у нас была основана в 1998 году по Евангелийскому, которую вела Анна Николаевна Мореева. С 2002 года появилась воскресная школа по Евангелийскому языку, которую вел Угуру Атоу, который Николаевич Мореев. Потом, позднее, появились и по другим языкам. Степень успешности этих действий, этих воскресных школ, к сожалению, тоже была не очень велика. В настоящий момент деятельность общественных, то есть воскресных школ у нас базируется на, ведутся на базе двух учреждений. Это если когда мы говорим о городе Якутске, это на базе Северо-Восточного федерального университета и на базе национальной библиотеки. Также очень много у нас реализуется общественных инициатив, связанных с созданием различных пособий. Например, вот первое такое мобильное пособие по изучению именно эвангелийского языка было создано в 2014 году. Это эвангелийско-русский разговорник, автором которого являлись Галина Ивановна и Александр Николаевич Варламов. Они вот были также размещены вот на телефонах, и можно было скачать и пользоваться этим разговором. К сожалению, пока именно данный разговор, именно мобильная версия, остается пока единственной. Есть сейчас подходы к тому, что эвенские и эвенские разговорники также будут переведены на мобильную платформу, но пока это они еще не реализованы. С позапрошлого года начала реализовываться программа создания видео, которые велись по общественному телевидению. И результаты этих видеоуроков сегодня я могу представить в виде дисков. Это на видеоуроки для начального обучения, то есть для начальных курсов. Это по эвенкийскому, эвенскому, чукотскому, югагирскому, фундринному и долганскому языкам. Помимо этого реализуется также очень много проектов различных, связанных, например, с выпуском мультфильмов, переводом различных каких-либо ресурсов на родные языки. Могу привести просто такую цифру, что на югагирском языке за последние 10 лет создано 8 мультфильмов.
сказано, что мы уделяем достаточно много внимания сейчас тому, чтобы наш язык присутствовал в системе интернет, в интернет-пространстве. И первопроходцами в этом были наши общественники, именно эвенки, которые создали несколько сайтов с ресурсами по эвенкистскому циклу. Это были такие сайты, как Эвенкус, Эвенкитек и другие. Позднее появился такой ресурс, как Эвенсил для эвенкистского языка. Совсем вот уже где-то лет 5 у нас функционирует арктический портал, о котором позднее у нас расскажет Анатолий Васильевич Жоржиков. Помимо этого у нас активно сейчас используются социальные сети. Якутия является одним из регионов, где активно используются социальные сети. Практически для всех групп сейчас у нас созданы социальные сети, где можно общаться на родном языке. Это и для эвенков. У эвенков, причем, есть три социальные группы, которые уже между собой пытаются общаться на родном языке. Есть социальная сеть эвенская, есть сеть у эвенкеров, причем отдельно, как для кондренных, так и для лесных, и на которых проводится занятия по изучению родного языка, причем дистанционно, и причем это не обязательное, то есть каждый человек, в принципе, может подключиться к этой группе и начать обучение изучения родного языка вот дистанционными формами. Таким образом, на сегодняшний момент, конечно, у нас реализуется достаточно много общественных инициатив, направленных на сохранение языка. Потому что мы считаем, что, конечно, важны оба усилия. С одной стороны, это должно быть и усилия со стороны государства и государственных органов власти. С другой стороны, конечно, это и усилия самого народа. Потому что вы сами прекрасно понимаете, что судьба исчезновения языка – это, в принципе, выбор последней из инстанции, то есть все-таки выбор самих людей. И поэтому именно на общественных организациях последние годы лежит очень большая такая миссия, ответственность за то, чтобы поддерживать национальное самосознание народа, чтобы они действительно прилагали усилия для сохранения родных своих языков. Спасибо за внимание. Система
вот среды. Они создают такую среду, воспитательная там, система всей работы, которую все они так далее. Некий такой микромикс создают, в котором они проживают, где очень высокая мотивация изучения родного языка. Вот, к сожалению, в наших селах этой мотивации до сих пор нам не удалось создать. Есть, конечно, в некоторых местах, но именно в этой школе из-за того, что они живут в контактном месте, вот, создается вот эта успешность этого. И мне кажется, благодаря именно этому, наверное, это первый результат. Второй, конечно, очень высокая квалификация педагогического состава. Потому что вот, особенно преподаватели родных языков, они там работают уже десятилетия, и у них уже разработаны свои авторские методики, которые они активно реализуют. И поэтому это тоже, наверное, очень важный фактор успешности. Ну и третий, наверное, это тоже, наверное, относится к системе мотивации, они имеют возможность представлять эти знания. Вот во многих наших деревнях есть тоже такие звездочки, дети, которые язык хорошо знают, например, но это бывает не востребовано, к сожалению. Им негде продемонстрировать эти знания. А так получилось, что Мирный, оно имеет возможность принимать участие во всероссийских, региональных разных мероприятиях, где дети могут показать свои знания. И это тоже является для них определенным стимулом и мотивацией для этого. И я думаю, что это тоже в том числе будет успешно. Приезжайте там на международную олимпиаду по языкам в России, я решила в Китае, и я думаю, что дети будут стремиться выходить на международный уровень и повышать свои знания по нашим языкам. Да, мы тут, конечно, с удовольствием приезжали, но вы знаете, очень сложно долететь, особенно нашим северным, идем даже до города Якутска, чем даже приезжать еще куда-то за пределы города Якутска. А вот нету после этого уже гораздо ближе к тем коммуникациям, железная дорога и так далее, поэтому они имеют возможность лично. Можно я добавлю еще? Вячеслав Иванович, не забыл рассказать, но он не в курсе был. В 90-е годы с подачи США и Александры Ивановны, вот сейчас она заведует руководить нашим отделом, мы выиграли грант и создали небольшую мобильную группу, пригласили передовых учителей села Генга, преподавателей, обучителей лингвистского языка, и мы с ними разъезжали по местам компактного проживания венгров в республике. Наш проект был существовал два года, и мы, я считаю, что мы внесли большой вклад в дело обучения родному языку. С нами ездили три передовые учителя, Диханова Фаина Альбина, ее сестра покойная Маргарита Матвеевна и другие, да. И мы ездили и показывали на деле, как надо обучать родному языку. Мы проводили несколько показательных уроков, но мы проводили и другие уроки. Вязание, традиционные умения всякие, как эти картины и так далее. Ну, точно так же, конечно, я вот дополню, просто скажу, что я тоже не стал об этом говорить, у нас сейчас достаточно активно вот именно сетевое взаимодействие школ, оно очень достаточно активно используется, вот есть сетевое взаимодействие эвенских школ, они достаточно активно перехватили, так сказать, палочку от эвенских школ. Мне хотелось бы, чтобы наши эвенские школы вновь возродили вот это вот взаимодействие между собой. Да, пожалуйста. Good morning. Thank you for your wonderful presentation. One of the things I would really like to ask you is about curriculum. So who develops the curriculum for the program? Простите, кто разрабатывает образовательные программы? Ну, вначале, давайте так скажем, начнем с того, что еще в начале 90-х годов были разработаны базовые учебные программы для школ Севера. Они были утверждены в свое время Министерством образования, тогда еще Министерство просвещения назывались. Вот. И действовали у нас временные творческие коллективы, создавались. Некоторые из них действовали на базе издательств просвещения, которые обладали правом госзаказа создания просвещенных пособий.
То есть это была целая целенаправленная государственная политика по созданию учебных пособий. К сожалению, с 98 года, когда издательство просвещения прекратило фактически свое существование и получать деньги для подготовки таких учебных пособий централизованных, к сожалению, эта практика централизованная ушла. На сегодняшний момент у нас учебные пособия создаются, но это чаще всего результат педагогического опыта отдельных учителей, отдельных школ, отдельных коллективов. Мы поэтому ставим постоянно сейчас вопрос о том, чтобы государственная поддержка, в первую очередь поддержка языков, коснулась именно восстановления государственного заказа на создание учебных пособий на языках коренных малочисленных народов России, но вообще на языках коренных народов. Все, да? Давайте перейдем дальше по программе. Следующее слово я хочу предоставить Жоркову Анатолию Васильевичу, доктору педагогических наук, заведующему кафедрой ЮНЕСКО адаптации человека и общества в арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, который расскажет о проекте синхронизации языков и культуры коренных малочисленных народов Северо-Африки. Представляю кафедру ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета. Ну, проект мы начали в 2011 году, и на это нас подвигли наши юкакиры, Вячеслав Иванович. И, значит, Вячеслав Иванович, Людмила Николаевна, значит, и Прокопьева Павловна Жмона. То есть большой энтузиазм был в этом деле. И мы по программе развития нашего университета разработали программу научную и начали экспедиции, значит, по записи сохранения вот, носителей языка и культуры. Позже проект у нас вырос. Сначала мы пришли сегодня, значит, оцифровывали коренные нашей республики, и потом перешли на весь Дальний Восток. Значит. Ну и в 2013 году у нас мы получали интернет-премию сверх лучшие технологические ресурсы. Ну, мы сотрудничаем активно с Институтом гуманитарных исследований, значит, ассоциацией КПНС нашей республики и, значит, с Институтом Герцена и другими. Так, ну, на сегодняшний день портал наш, вся информация у нас концентрируется на едином портале Arctic Megapedia, на котором вот видим этих картинок вы видите народы, которые проживают в нашей стране. Значит. Сегодня у нас вот, представлен 28 народов, 8-5 у нас существует портал, 13 разделов, более 500 статей. Мы посещаем где-то от 100 и более посещений в день у нас происходит. Вот вы видите карту, на портале у нас есть карта народов севера, выборов. Значит, народ, можно нажать на эту кнопочку и получить информацию по данным коренным малочисленным народам Севера. Это все на портале есть. Ну, первый народ, который мы начали делать, это юкакиры. Дело в том, что юкакиры едут на тундре, и лесных. По лесным юкакирам осталось совершенно 2 или 3 носителя, поэтому надо было очень быстро записывали на своего носителя, чтобы сохранить вот, языковое и культурное наследие. И нам в этом очень помогла Любовь Николаевна. Дёмина Любовь Николаевна, с помощью которой мы записали очень много разговорников, различных учебных пособий. Кроме того, вот сотрудники Института гуманитарных исследований нас разрабатывают учебные пособия. В принципе, мы разработали 15 компакт-дисков именно по лесным юкакирам. Также и по тундренным юкакирам мы тоже разработали эти материалы. И вся эта информация постепенно у нас сосредотачивается на интернет-портале. Значит, в результате что можно сказать?
например, вы видите, вот примерно страница этой портала нашего. И вот, например, вот Дюрина Любовь Николаевна сейчас вот так, почему у нас изображение, видео пропало. Портале Арктика КГБ, здесь есть материал.
материалы можно найти, посмотреть, послушать и обучаться, да? Вот. Так, дальше. Так, ну у нас есть там образовательный портал, внутри портала, там можно найти разговорники, обучающие программы, различные учебные пособия. Тоже все найти на портале имеется. Вот, например, пример электронной книги о английском языке, например, то, что озвучивала Демина Любовь Николаевна. Здесь можно вот... Материал. Поэтому созрело необходимость
настоятельная необходимость создания доступного информационного ресурса без накопленных ранее и новых лингвистических и подборных материалов. Создаваемый аудиовизуальный фонд языков коренно-малочисленных народов Севера в нашем институте начался с эвентского материала, который предполагает документацию языковых материалов в форме аудио, видео и фото по описанным еще не имеющим систематического описания говором и диалектом венского языка и предназначен восполнить тот пробел, который существует в диалектологии и фольклористике, потому что вводится научный оборот ранее неизданный фольклорный и языковой материал. Степень внедрения проекта в пределах доступности сети интернет. Вы видите сайт нашего института, Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера. И здесь дается общая информация о эвенах и что такое создаваемый аудиовизуальный фонд эвенского языка. Общая информация о эвенах и их язык. Далее представлены 13 улусов или районов проживания эвенов нашей республики. Ну, давайте, Алексей, откройте Нижнеколымский район, Чевский. Это самый северный, один из самых северных арктических районов республики, где проживают эвены, югоргивы, чукчи. И эвены здесь само название у них трубка. Да, нажимаем на секунду. Здесь мы даем по типовой схеме статью о этнолокальной группе Рубке, которая включает общие сведения о селе Андрюшкино, Калмынское, географические сведения, даты образования, количество жителей, указано общее количество представителей этноса, ориентировочное число говорящих жителей, варианты самоназвания этнолокальной группы, название всех родов, коммуникативно-функциональный статус повара, то есть быту, в производстве, СМИ используются или не используются, учебно-педагогический статус повара, то есть в каких школах преподаются, по какой классу, на каком уровне, состояние фольклорной традиции, то есть целеполагание жанров эвенского фольклора и краткий анализ ритуальной стороны использования фольклора. Пожалуйста, аудиоматериал. Или видеоматериал там такой. Ну вот аудиоматериал, по-моему. Значит, идет. Включите, пожалуйста, звук. Идет тут выложено в аудио и видеозаписи, и они все выложены в интернете, и они общедоступны и пригодны для использования и преподавания языков и фольклора в школах, учебных заведениях, и общедоступны исследователям. Значит, здесь дается расшифровка того материала, который озвучивает информатор, то есть расшифровка записи на эвенском языке дается, и дается его перевод. Вот рядом стоит, да, перевод на сайте. Это русский перевод. Так что такой аудиовизуальный фонд может стать базой для создания потом лингвистического корпуса наших исчезающих языков. То есть если 25 говоров в венском языке имеет описание только около 10 систематическое, то здесь в нашем фонде будут представлены все абсолютно говоры, которые даже не имеют систематического описания. И любой исследователь может этот материал фонологически исследовать, лексически и так далее. То есть абсолютно перфекционированный материал. Мы начали первый год этим заниматься и выложили здесь 7 районов республики, то есть 7 говоров. Некоторые из них имеют систематическое описание для этих говоров, а некоторые
материала представлены впервые. Алеша, можно средне-колымский говор? Средне-колымский говор, он, значит, был описан как язык эленов березовки Василием Афанасьевичем Лобриком. Вот. И это тоже уникальная группа эленов, которая вот до сих пор сохранила свой язык, культуру и фольклор. И, кстати, это один из трех точек в Якутии, где сохранился фольклор, эпическое исполнение именно. Тут здесь, например, Анна Ивановна Хабаровская, можно включить и послушать эпическое исполнение. То есть мы знаем, что у русскоговорящих народов, у очень многих, уже наступила фольклорная эпическая смерть, а вот у эленов только вот благодаря таким носителям, как, допустим, здесь фигурирующая Анна Ивановна Хабаровская, это сохраняется. Этот аудиовизуальный фонд составили сотрудники сектора эленской филологии нашего института. И в следующем году, если будет нас поддерживать правительство и финансирует этот проект, мы намерены его продолжить. Потому что все это делается на общественных началах, не финансируется, и, конечно, возникают трудности. Потому что элены живут очень дисперсно и живут в основном в арктических районах. А вы знаете, что у нас перелеты в арктические районы очень дорогие. Например, один конец Бандрюшкина туда и обратно получится 50 с лишним тысяч рублей. Просто авиаперелет один. А там еще надо жить, есть и так далее. Вот. Поэтому вот такой немножко затратный, но в связи с тем, что во время работы у нас накопилось очень много материала, мы хотим это обратно вернуть нашему народу. Все сказки, все малые жанры фольклора, которые мы записывали, чтобы им пользовались дети в школах. Дети сейчас очень хорошо пользуются интернетом во всех уголках Якутии, и чтобы они заходили и слышали родную речь. Вот такой у нас проект. И мы, если поддержит нас, опять-таки, наше правительство в рамках государственной целевой программы развития сохранения слов, которая разрабатывается нынче, с 2020 по 2025 год, то мы намерены продолжить этот проект уже с рынкийским и сюгагельским языками. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Ивановна. Давайте вопросы у кого? Хорошо, перейдем. Хорошо, вопросов нету, тогда перейдем к следующему. Числится с технической, наверное, я прежде чем... Я дам сейчас слово еще одному нашему докладчику, сотнику Евдокиану Фирне. А потом объявлю кофе брейк. А сейчас, когда вот Сотникова Евдокия Нуфриевна, специалист отдела образовательных учреждений поселка Фарманг управления образования администрации Таймырского Долгана немецкого муниципального района Красноярского края, сохранение родного языка через реализацию проекта языковое гнездо в образовательной организации Таймырского муниципального района Красноярского края. Таймырский муниципальный район является самым большим по площади муниципальным районом в России. И он находится на севере Красноярского края. Сегодня на территории проживает 31 627 человек. И проживает 5 этносов коренных малочисленных народов севера. Это долганы, ненцы, ганасаны, энцы и эвенки. С 2008 по 2012 год на территории Российской Федерации реализовывался финно-угорский проект «Языковое гнездо». Преемником данного проекта стал проект «Финно-угорские языки и культура».
культуры в дошкольном образовании. В 2012 году Таймырский муниципальный район присоединился к этому проекту, и в проект включились 3 дошкольных образовательных учреждения поселков Усть-Абам, Волочанка и Потапова. В 2014 году к этому проекту постановлением администрации присоединились еще 4 языковых гнезда. Что за цель у этого проекта? Это создание условий для изучения родных языков по программе «Языковое гнездо». Если дома нет условий для освоения родного языка, то ситуацию можно исправить в языковых гнездах, в детских садах или группах дошкольных учреждений, созданных на территории проживания носителя языка. Принцип деятельности языковых гнезд – это раннее, полное языковое погружение, когда все общение происходит на родном языке без перевода на язык большинства населения местности. Язык для маленьких детей становится привычным, он используется в бытовых ситуациях, в личном общении с воспитателями и другими детьми. Этот язык дети используют дома, стимулируя родителей изучать его. В группе с детьми работают воспитатели и помощники воспитателя, носители родного языка. К работе с дошкольными группами активно привлекаются этнофилтеры. Это специалисты из других сфер деятельности, знающие родные языки и владеющие ими. Этнофилтеры ведут работу с дошколятами, консультируют педагогов по вопросам этнической культуры, обычаев, традиций и родного языка, помогают при организации мероприятий. Изучение родного языка происходит при параллельном использовании традиционных методов воспитания детей коренных малочисленных народов Таймыра с использованием игр, игрушек, устного народного творчества их народов и их знаний об окружающем мире. Образовательное пространство детских садов, в которых организованы языковые гнезда, оформлены в этническом стиле. В группах имеются национальные костюмы, макеты традиционного жилища, балабучун, народные игрушки, музыкальные инструменты, макеты транспортных средств, предметы домашнего обихода, а также методическая литература. Среда, в которой находятся дети, способствует воспитанию интереса к изучению истории, культуры, обычаев, традиций, а главное – языка родного народа. В детских садах, где реализуется проект по языковому погружению, регулярно проводится контроль, также самооценка результатов по родным языкам и определяется уровень владения устной разговорной речью детьми. Волочанский детский сад является показательным языковым гнездом, опыт которого проецируется на другие языковые гнезда. С 2012 года было охвачено детей обучением в языковых гнездах всего 90 детей. Из них Нганасанское языковое гнездо 46 детей, Талканское языковое гнездо 44 ребенка. Они активно принимают участие в мероприятиях не только в муниципальном районе, но и федеральных и международных. Языковое гнездо поселка Усть-Абам также активное участие принимает в мероприятиях в поселке, в школе, участвовали в муниципальных этапах фестиваля «Возрождение родного языка через сети» каждого стали призерами. Но хотелось бы еще остановиться на поселке Потапово, в котором компактно проживают энцы. Среди коренных этносов Таймыра энцы – самый малочисленный народ, 204 человека. Сегодня знают и понимают родной язык в основном люди старшего поколения. Но даже они для общения в быту чаще используют русский язык. Молодые энцы, понимающие энецкую речь, не разговаривают на энецком языке. Дети же родной язык не знают. Энецкое языковое гнездо «Солнышко» Каяку посещает 12 детей. За период работы проекта вырос интерес к работе гнезда со стороны родителей, которые оказывают посильную тьюторскую помощь в ознакомлении с языком, устным творчеством народа, традициями, обычаями, изготовлением атрибутов национальной культуры. Специалисты, повышая профессиональный уровень, продолжают сотрудничество с финскими коллегами. В декабре 2014 года результаты деятельности языкового гнезда стали предметом обсуждения на международной конференции в Хельсинки.
Работа Эннинского языкового гнезда также была освещена на Всероссийском съезде учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в ноябре 2017 года в городе Санкт-Петербург. Если по итогам первого года работы языкового гнезда только один ребенок мог произнести несколько эннинских слов, то сейчас дети поют песни, рассказывают стихи, вступают в диалог с воспитателем. Еще раз напоминаю, что у нас три поселка, которые участвуют в проекте с финскими коллегами. И Потаповская – одно из них. Новорыбинский детский сад – это уже сельское поселение Хатанга. Присоединились в 2014 году. За годы реализации заметно проявился интерес молодых семей и детей к языку. В апреле 2017 года участвовали в межрегиональном семинаре с Рюмкаинским улусом «Формирование и развитие этнической культуры, территориальную и внеурочную деятельность». Детский детский сад. Со слов родителей, дети дома интересуются родным языком или спрашивают, как называются предметы на долганском языке. С удовольствием надевают национальную одежду. Мамы и бабушки заинтересованы в продолжении работы языкового гнезда. Они считают, что этот проект действительно нужен и необходим, и всецело его поддерживают. Крестовская начальная школа, долганское языковое гнездо. Здесь тоже проект очень востребован. Родительская общественность тоже очень хочет, чтобы языковое гнездо было, работало, потому что оно положительно влияет на языковую ситуацию в поселке. Кадырская начальная школа. В 2014 году присоединились, в 2015 году выиграли грант 13 для обучения детей и подростков в родной культуре, языку, национальным видам спорта и традиционным видам хозяйствами и промыслов народов Севера. На средства грантов шили национальные костюмы всем детям школы и сада, как парки, так и летнюю одежду долган, обновили дидактический материал. Это у нас южный куст, на котором у нас дети маленькие уже почти не говорят, и молодое поколение тоже не говорит. И воспитатели языкового гнезда, они ведут работу не только с молодыми родителями, но также проводят обучающие семинары для персонала и педагогов молодых, которые плохо говорят на родном языке. За годы реализации проект «Языковое гнездо» перерос в проект возрождения духовных, исторических и семейных ценностей коренных малочисленных народов Таймыра. Дети, выпускники дошкольных образовательных учреждений, участвующих в проекте по языковому погружению, показывают хороший уровень владения родным языком в школе, активно участвуют в школьных олимпиадах по родным языкам и в различных мероприятиях, фестивалях разных уровней. На протяжении нескольких лет проводится мониторинг владения детьми родным языком, результат которого подтверждает положительный эффект реализации проекта «Языковое гнездо». На сегодняшний день данной формой работы охвачено 134 ребенка дошкольного возраста. В этом году, в 2019, муниципальный проект «Языковое гнездо» вошел в региональный атлас образовательных практик Красноярского края. Ну и в планах на будущее. Расширить зону проекта за счет вступления дошкольных образовательных организаций сельского поселения Хатанга. Внедрение методики языковых гнезд в начальной школе, это Устьева-Волочанка. Осуществлять преемственность начальной школы, так как в образовательных учреждениях изучение родного языка начинается со второго класса, и нужны мероприятия по сопровождению детей, приходящих из языковых гнезд. И проведение семинаров для воспитателей дошкольных образовательных учреждений по сопровождению языкового гнезда. Нам это необходимо. Ну и для Виталии Павлива спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Сейчас, я думаю, будет много вопросов. Пожалуйста. Норма. I really enjoyed your presentation on language nests, and I have an observation that my own language learning, I had to hear my language being spoken in this natural environment.
And so maybe a suggestion for the future schools would be to have two speakers so they speak together in the classroom environment. And I don't know if that is something that we could do. My apologies if I'm... Спасибо вам за презентацию, замечательную про родительские гнезда. И я хочу предложить одну идею. Когда она учила свой язык, у нее было два учителя, которые разговаривали друг с другом на их языке, на их национальном языке, и она хочет предложить, чтобы вот в этих детских садах были два говорящих на их языке, чтобы они общались друг с другом, и дети, слыша это, учились этому языку, собственно. Дело в том, что в этих садах там и воспитатели, и помощники воспитателя, которые говорят на одних языках. То есть они работают в одной связке, в этих языковых гнездах. Ну и по мере необходимости привлекаются этнотьюторы уже. Они помогают воспитателям. Actually, there are teachers that are speak their native language, and they are can communicate with each other. If they don't have enough people, they are also introducing other ethnic tutors to help them. Спасибо. Да. Прошу еще есть вопросы. У меня вопрос будет вот чисто такой. Вот, например, вы там говорите, у вас есть три воспитателя, там один тьютер, или наоборот, один воспитатель, два тьютера и так далее. Это они работают с детьми какое-то определенное время в день, например, да? Или это вообще они полностью ведут занятия, например, с 9 утра, как прошли дети, и до 6 часов вечера пока ничего? Так, зависит от языковой ситуации в самом поселке. В поселке Потапово у нас есть возможность 10 часов в день при 5-дневной рабочей неделе все занятия этой группы проводить на родном языке. Потому что у нас воспитатель, он владеет энинским языком. Поэтому там, конечно, результаты побольше. В других языковых гнездах, которые у нас вот в 2014 году открылись, там ситуация немножко другая. Мы стараемся, чтобы у нас такое же полное погружение было в течение всего дня. Но пока у нас, наверное, только два раза полноценные такие, два раза в неделю, такие полноценные, как бы сказать, занятия в течение целого дня. А так это режимные моменты, получается, воспитатели разговаривают с детьми на своем долганском языке или интонасанском. Ну и в зависимости от того, от квалификации педагога, воспитателя. Я почему это спросил, да, ну, к примеру, мы пытались вот, ввести изучение языков, например, лица. Но, например, если мы берем воспитателя на полную ставку, значит, там 2 часов в день, например, это не покрывает ее обязанности там, как воспитателя. То есть это как, другое время она работает как обычный воспитатель. Я к примеру говорю. То есть эти воспитатели у вас полностью только на языковом обучении или они также выполняют функции другие? Они полностью работают на этом языковом гнезде, в этой группе. Они как бы закреплены за этим языковым гнездом. То есть получается, вот просто по штатному расписанию, у вас есть обычные воспитатели? Они и остаются обычными воспитателями. За то, что они ведут языковое гнездо, им добавляются баллы стимулирующие. То есть финансы все равно... Да. То есть они ведут просто как обычные воспитатели, просто они владеют языком. Владеют языком и работают с этим языковым. Вот эти вот тьюторы, это кто такие? Тьюторы – это приглашенные, они как общественники. К сожалению, если они из других сфер, мы не можем их оплачивать. Поэтому чисто общественная работа, но они закреплены на общественных началах к этому языковому гнезду. Просто вот мы, например, обсуждали такой вопрос, ну,
опять наша ситуация с югорским языком лесным, обсуждали в свое время вопрос о том, чтобы такое языковое гнездо, например, открыть в Нельвином. И, например, я ставил вопрос о том, что возможно ли оплачивать заработную плату Демина Любовь Николаевне, которая, например, будет приезжать, ну, то есть она там не будет жить, но она, например, будет наездами приезжать, скажем, одну неделю в месяц она будет там, скажем, 3-4 дня делать погружение по 3-4 часа в день. И за это, чтобы она получала полностью зарплату. К сожалению, нам управление образованием там отказало, то есть или она полностью работает как воспитатель тогда, то есть вы оформляете ее. То есть вот просто у меня вот эти юридические тонкости, как вам удалось это решить, вот это вот вызывает главный вопрос. Именно оплата чистого, да? Ну вот именно те, кто носители языков, у нас же не все воспитатели там носители языков, так далее, сложности. Да, ну получается, тьюторы это в основном общественная нагрузка. Бывают тьюторы, которые работают в других сферах, и можно выходить на работодателя, чтобы работодатель мог со своей стороны стимулировать этого работника и заключать соглашение с этим работодателем. У нас в этом случае и с нагоносанским языком такое. У нас вот тьютор со стороны, мы вышли на его работодателя, заключили соглашение, и ему баллами вот это возвращается. Финансовая эта сторона решается таким образом. Ладно, пожалуйста, еще у кого-то есть вопросы? Да, пожалуйста, Надежда Яковлевна, по-моему, хочется начать. Проект Фидоморский, как-то, да, сказали. Mm-hmm. Это грантовый проект, или как? Во-первых. И второе, Долгада же они финоуровня относятся как? Нет, или это к методику? Да, просто финоморский этот проект, они приезжали в Дудинку и тогда проецировали свое языковое гнездо именно в нашем Приморском муниципальном районе, показывали опыт, как можно. И в 2012 году наш Приморский муниципальный присоединился, потому что, например, тайнинский язык, он относится к соматической группе, и гарасанский тоже к соматической группе. И получается, что, в принципе, не по языковому, как бы сказать, не по языковому там получается, что мы относимся к финно-угорской группе, а именно в части проекта, что такую форму работы мы можем взять, или что... Это не финансировалось? Нет, это не финансировалось. Мы просто являемся. Да. Методику только взяли за основу. Хорошо. Надежда Яковлевна, пожалуйста. Меня интересует, насколько как бы такая работа проводится со взрослыми семьями. Поскольку вот эти проведения языковых дней, это как бы сейчас, знаете, это международные проекты, я знаю, что финны, допустим, ездили и в Гневков, и где-то вот так, понимаете. А свои, как бы, свои собственные, так мы их поддерживали, у нас на сегодняшний день нет. И об этом все равно надо говорить, да? И как-то подключаться свой родной бюджет. Ну не будут они, они приехали, освоили этот грант, и все. А дальше что? Дальше все закупает. А, и насколько как бы молодежь. Это да, чтобы молодежь, чтобы была взрослые люди. Потому что если это не система, приехали, уехали 2 года, вот детишки маленькие, а взрослое население, так нам никогда не как бы не сохранить язык, понимаете, расово. Это должна быть системная работа. И может быть эту методику, как бы, она методика, она неплохая, она хорошая. Взять как бы на вооружение, но дальше это распространять уже самим и на все население. Это должно. Сейчас очень много ребят, взрослых, ну то есть нет ни одного человека, в общем-то, который не пришел к тому вопросу. Кто он, что он, пусть это будет 30 лет, пусть это будет 40 лет, но этот вопрос все равно приходит. И встает вопрос с языком. Поэтому если все это делать, есть наверняка люди, которые 30 и 40 лет. Десятки могут заинтересоваться и учить. Есть такие же, и в Якутии очень, к примеру, вы знаете таких людей, которые не знали до 40-50, а учили и говорят, и общаются. Так что эта работа должна быть системной. Они так как приехали, уехали, они освоили эти гранты, и все это затухает. Просто у меня такое пожелание. Ну и в связи с тем, что встала,
сразу могу сказать вот свое видение по поводу вот этих, да, предыдущих докладов. То, что говорил Сагат Ван, это очень хорошо. Как раз я об этом давно, например, думала, и мы об этом даже говорили с Анной Николаевной Мариевой. И мне кажется, надо обязательно нам создать такие сайты, куда мы будем вводить вот этот весь наш фольклор. То, что вот это делается сейчас современно, да, но у нас же очень много опубликованных. И их надо озвучить, пока что у нас есть хорошие носители языка, из которых они могут аутентично произнести тот или иной родной звук того или иного языка. Потому что сейчас таких носителей, ну, просто единицы. А если они неправильно произносят, значит, и детишки не так произносят, и взрослые, и так далее. И это нам нужно, это просто наше сейчас самое приоритетное должно быть направление. Теперь по поводу школы. Сейчас наша школа вообще северная, в связи с внедрением новых ФГОС, конечно, я думаю, что в тяжелом состоянии. Во-первых, нужно обязательно срочно делать учебные методические пособия. Для того, чтобы эти пособия при этом, нужно обязательно получать гриф. Потому что пройдет 2-3 года, если этого работы не будет, то министерство может закрыть вообще преподавание наших языков. Это очень серьезная вещь, очень серьезное дело, поэтому просто во всех регионах надо обращать на это внимание. Теперь то, что касается наших самих учителей. Я бываю во многих регионах, вы знаете, и я прекрасно знаю, и пусть учителя родных языков не обижаются, что нужно проводить, это вот раньше как-то системно проводились, а сейчас это нет. Нужно обязательно обучать наших учителей и новым методикам. И надо учить с ними ту же грамматику, как правильно давать, потому что смотришь учитель, а пишет совсем на доске или где-то все, или даже вот на форму, очень много я вижу. Выводится все абсолютно. Вещи, которые, ну, с опечатками, да, с ошибками, это даже не опечатки, это какие-то даже системные ошибки. И нам на это уровень наших знаний надо нам всегда повышать. Вот это вот, наверное, вот эти вот основные мои предложения. Как маленькая. Ну и, как бы отвечая на вопрос про молодое поколение, хочется сказать, что в образовании много что делается, но молодое поколение, к сожалению, язык свой утрачивает. И мы пытаемся с дошкольного возраста его как бы взращивать этот язык и, может быть, возрождать. Но за молодое поколение у нас много проектов делается по возрождению среди молодых семей. Создаются семейные клубы на грантовые поддержки, по грантам, в которые приглашаются молодые семьи для того, чтобы там именно тоже делать как языковое гнездо для молодых семей. То есть неделю два раза тоже погружаться в язык, то есть запрещается любой язык, кроме родного. Если не знаешь, старайся слушать. То есть стараться погружаться. И там как бы не образовательное, а чисто вот бытовое общение. И мы тоже хотим запустить проект, чтобы приходили с маленькими детьми родители, например, чай пили и общались, но только на родном языке. И в то же время как это игровые комнаты для детей, для малышей, это получается как языковое гнездо для молодой семьи. Ну, это в отношении молодых семей. Вот такая работа. Мы проект такой хотим запустить, потому что это больная тема. Я понял. Спасибо большое. На этом я все-таки завершу эту дискуссию, потому что мы уже... Сейчас объявляем кофе-брейк. Пожалуйста, буквально на 15 минут. В 11:30 мы здесь опять с вами встречаемся. Кофе-брейк вот здесь вот.